Вы сказали в свое время, что роль Аксиньи вас истощила. Что вы имели в виду? Тяжелая, очень тяжелая драматическая роль. Я сказала это, потому что я отказалась играть Катерину в «Грозе», потому что это драматическая роль. Я просто физически в это время еще была не готова. Я не могла. Это было вскоре после «Тихого Дона». Я устала. Здесь же нужно было учесть и специфический говор наверняка, и повадки. Для меня это было очень легко, потому что я украинский язык знаю, он близкий. Похоже, да. Но самое главное было, что во время войны госпиталь наш стоял в станице Обливской где-то около 2 месяцев. И я общалась с этими людьми. И непроизвольно схватывали все. Да, конечно.